Всем привет, друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем играть в игру Dragon Hills 2. Поехали, мы с вами на Диком Западе. Так что давайте разбирать этих ковбоев. Ну и, соответственно, доходить до босса и его также побеждать. Ну что же, смотрите, этот индеец от нас почесал, как не знаю от кого. Интересно, мы успеем его догнать или нет? Так, тихо, ай, я забыл же, да, здесь у нас уже копья. Сколько монеток мы с вами подобрали, это хорошо. Монетки нам нужны для дальнейшего развития. А вот, ребята, и босс. Битва с боссом, погнали. И, как я смотрю, у нас тут тройка лошадей и повозка. А в ней два зомбаря. Причем эти зомби с дробовиками. Ну-ка, давайте-ка попробуем наказать их. Так, давай. Бить нужно именно вот эту вот тележку. Ёлки-палки, ты посмотри. Ну, здоровья у нас пока хватает. Я думаю, что все шансы у нас есть. Лишь бы какой-нибудь подвох не был. Так, тихо-тихо-тихо, ребят, здесь нужно аккуратно. Здесь у нас копья. Ну, ай, промазал маленько. Черт, во, сейчас было отлично. Тихо, кислота. Ё-моё, вот это был ожог. Причем серьезный. Тихо, фух, как батька прошел, ё-моё. Так, тихо, здесь мы перепрыгиваем. Все, пока удача, ребята. Ну, здоровья маловато, всего три сердечка. Да и то одно уже покоцанное. А здоровья у тележки, у фургона достаточно много. Да ладно, фу, здесь промахнулся. Опять побежал. Что-то он там застрял где-то. Вау, вот это взрыв, аж игра лаганула. Так, что там выпало? Какое-то оружие, давайте поднимем. Во, вот это хорошо, ребят, смотрите. Не-не-не, только не в кислоту, только не... Здесь, конечно же, я сам лоханулся, ребята. Ладно. Так, денег у нас маловато, да? 203 голды, мы ничего не сможем с вами улучшить, поэтому продолжаем. Но, по крайней мере, я уже знаю, что здесь за босс. В принципе, ничего в нем сложного нету. Единственное, что кислота, да, она меня, конечно, подвела. Я, как говорится, нырнул в нее, и все, на этом гейм овер был. Хорошо, о, тихо, здесь аккуратно надо. Так, блин, я все время хочу догнать этого индейца-зомби, но не получается. Так, копья. Давайте вот так сделаем. Нет. Да что ж такое-то, почему именно в кислоту? Вот и босс. Довольно быстро мы до него дошли. И давайте-ка пытаться его разбирать. Куда ты там? Так, мы сожрали одного. Оу, кислота. Фу, хорошо, что здесь, ребята. Тихо, не надо мне. Сейчас на копье чуть не упал. Так, тихо, тихонько перепрыгиваем. Ух, блин. Так, еще одна пушка, ребят. Дайте-ка я попробую ее взять. Что это? Вау. Неплохо. Блин, да что ж я все поверху там? Мне надо вниз, ребята, по телеге этой бомбить. Ну. Довольно неплохо она крошится. Да что ж ты будешь делать? Я все... Вывеска салона улетела куда-то в небытие. Так, все, ребята, давай вот так вот поднажмем. Блин, ну как не вовремя? Хотя я вижу еще один ствол, ребята, вот он прыгает. Сможем подобрать? Нет, по-моему, мы перелетели чуть-чуть. А было бы неплохо. Фургон практически уже все разбит. Осталось лишь добить его. Есть, он там что-то подорвался на чем-то. Все нам это на руку идет, ребят. Ну, нет, я в этой... В этот раз я его добью. Так, тихо, копья. Блин! Да что ж ты будешь делать-то? Дай, во, подняли. Ну, это какой-то у нас медленный вид оружия. Он стреляет еле-еле. Давай. Ну, да что ж ты будешь делать-то? Не получается, ребят, добить. Совсем чуть-чуть осталось хп. Опять этот зомбарь появился. Сейчас будет отстреливаться. Если, конечно, успеет. Ковбой тут еще, зомби. Нет, я все-таки должен догнать и покарать. Ну, есть. Да, ребята, вот она, долгожданная победа. Ну, что же, бежим за капсулой. Вот это эпично взорвалось. Фух. Да, все-таки капсула будет наша, ребята. Ну, где тут, елки-палки, я не вижу. Я не вижу, ребят, своей базы, где она. Вот, вот она. И база, и капсула. Отлично, первая из шести у нас полученная. Но это только начало, ребята. Впереди еще 5 капсул. Так, монет сколько? 378, маловато. Ну что же, давайте, наверное, с вами продолжать дальше. Так, что у нас тут в дальнейшем-то будет? Ага, 500 минимум нужно нам золотых. Вау. Ну это уже донат пошел, он нам не нужен. Пропускаем и смотрим, ребята, дальше. Так, мне, конечно, хотелось бы посмотреть, что здесь будет за босс. Надеюсь, не будут повторяющиеся. У нас 8 уровень. Да что ты будешь, этот ковбой хитрожопый. Он бежит и отстреливается.
Бум, вот это взрыв. Так, вот этого надо поймать обязательно. Эх, не поймал я, к сожалению, ребята. Вот этого дракончика. Кислота. Ёпперс, это... Надо было делать мне... А что мне надо было делать? Тут же нет прыжка. Прыжок у нас только тихо. Вот здесь... Жесть какая-то. Зачем я стал это делать? Надо было просто проехаться и все. Ладно, не беда. Карта была в первый раз только посмотрена. Не в курсе, как говорится, дел. Но она, по-моему, регенерируется, ребята, случайным образом. Она вроде бы не повторяется. Хотя фиг его знает. Ладно, главное, что нам надо добраться до босса, посмотреть, кто он такой, прицениться. Как говорится... Тихо. Ух, нормуль, смотрите, воп, отлично. Здесь просто проезжаем, ребят, и бонус какой-то. Пушка. Поймаем, попробуем поймать, ну. Ну, отлично, мы схватили ее. Что она делает? Не могу понять, что он там стреляет. Вот это вверх, что ли? Да. Понятно, типа, тихо ты, копья. Ах ты. Дец наверху погиб от моих выстрелов. Еще одного подбили. Куда ты там, все равно в хвост. Все-таки он умудрился мне попасть стрелой, а. Вау, здесь аккуратно надо. По мостику, тихонько, не спеша. Отлично. Не, полетел. Ковбой тоже улетел. Слушайте, довольно длинная карта, ребята. Тихонько, вот здесь по мосту проезжаем. Ух, шикандос. Так, здесь заныриваем, потому что кислота. Отлично. Так, вот этого дракончика, дайте мне поймать его. Есть. Хищник небес. Знаете, в чем у него преимущество, ребят, смотрите. Да елки-палки, дайте показать-то. Вот так вот он летает. И это очень круто, согласитесь. Мы сразу очень большие расстояния с вами пролетаем. Ну, я уже не говорю, блин, про кислоту. Нормуль. Так, еще один бонус, это магнит. Дайте мне его поймать. Все, деньги к нам будут сами сейчас приклеиваться. Только почему-то денег я не вижу. Заползли кое-как. Да ё-моё, вот надо было прыгнуть именно на копья, а. Другого варианта не было. Как только... Так, много тут индейцев каких-то набралось. И опять колья. Вот так вот. Отлично. Здесь аккуратненько. Так, ныряем. Пушка. Мы подобрали. Да где ж босс-то, ё-моё? Какие длинные уровни пошли. Ну, я чувствую, что уже где-то рядом музыка, потому что притихла. Ого, что это за монетка такая большая. Ну, я ее взял. Это главное. Правда, здоровья у меня очень мало. 2,5 сердечка всего осталось. Бонус какой-то лежит. Еще один ствол. Ох ты, битва с боссом. Ребят, смотрите, босс какой. Ё-моё, какой-то бык. Ох ты. Нифига ты там строчишь. Прям напалмом каким-то. Хорошо, а где он там сидит, я не могу понять. Я не вижу зомби. По-моему, там... Ага. Открывается сверху лючок, типа, да? И он оттуда вылазит. С этим миниганом. Ладно, главное не в кислоту. Фух, повезло. 2,5 сердечка так у меня и осталось. Он застрял, ускорение. Какое нафиг ускорение у меня еще включилось? Я не понял, я что-то насобирал? Да, ребята, видимо, что-то насобирал. И у меня, смотрите, дичайшая просто скорость. Слушай, я, по-моему, босса оставил. Да, конечно, позади, вот он. Он как раз меня настигает. Мне бы вот эту вот пушку подобрать. И будем уже потихоньку его разбирать. Ну, да дайте мне ее. Конечно. Хорошо, будем тогда так его таранить. Слушайте, а знаете, какое преимущество у нас впереди? Потому что он стреляет только вдаль. О, нет. Ай, как это было больно. Очень сильный ожог. Мой дракончик очень этого не любит. Да, половинка хп. Половинка сердечка. Так, и у босса мы смотрим тоже почти половина здоровья. Опять зомбарь вернулся, а? Так вот, преимущество какое у нас перед ним? Он стреляет только вдаль. Он в ближнем бою вообще ничто. Так, 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 тихо. Мы здесь не можем ничего сделать. Вот теперь ныряем. Ух, повезло нам. Так, тихо, кулья тоже мимо. Блин, дайте мне его добить. Вот сейчас было эпично, конечно, ребята. Я очень хорошо его прожарил. Здесь мы ничего не сможем сделать. Абсолютно. Дайте мне его добить. Дайте мне добить этого быка, буйвола механического. Куда ты... О, он как раз на меня прыгнул. Давай, иди сюда, ну. Да что ж такое, надо как-то скорость увеличить, ребят, не могу догнать. Оп, да е... Фу, мы убили, я уж думал, мы погибли на колях, ребята. Нет, все-таки я его подбил, отлично. Ну что же, нас поздравляю я еще с очередной победой. Теперь нам нужно добраться до нашей базы. Хотя можно и не добираться, можно просто он в кислоту нырнуть.
Главное, что мы получили эту пробирочку заветную. То есть у нас получается две пробирки из шести. Еще четыре нужно добыть. Так, Дикий Запад. Мы переходим с вами на 10-й, по идее, уровень. Так, денег. О, денег у нас уже хорошо. Поэтому можем улучшить. И смотрите, у нас здесь навык бурения. Давайте, наверное, купим, потому что он нам пригодится. Мы будем с вами лучше проникать в землю. Ну и, соответственно, из нее вылетать. Ковбой. Индеец, так куда, куда? Опять, смотрите, ломанулся. Хотя нет, ребята, у нас 9-й уровень, это, а не 10-й. Оп, что-то он упал, погиб сам по себе. Ну что же, хотелось бы, конечно, мне посмотреть, кто у нас тут следующий босс. Значит, у нас уже была повозка. Был у нас буйвол механический. И кто же будет у нас третьим боссом? Да ё-моё, вот эти вот колья всякие тут. Так, нужно здесь... Ах ты! Черт подери, я думал, что мы сможем проскочить. Нет, не получилось. Так, индеец, ковбой, ну вернись сюда, я тебя сейчас... Бежит и стреляет, а, гаденыш? Все, что-то они погибли от колеса. Да, а вот тут надо аккуратно. Так. И выпрыгивали. Все, нормуль. Как раз и монеток подхватили с вами. 54 штуки всего лишь. 4 мозга мы с вами съели якобы. И улетел. Индеец. К ядре не фени. Блин, а где же босс-то, а? Где босс? Я не вижу босса. Уже далеко мы с вами прошли. Индеец там втихаря что-то. Оп, давай. Нет, не получилось. Мы его проскочили почему-то. Вот этих двоих надо. Блин, одного только. Вот второго достали. Кислота. Оу, кольев-то сколько? Все, ребят, по-моему, мы приплыли, да. Слишком мало здоровья было. Я вынырнул не вовремя. И причем попал именно на колья. Ладно, давайте не будем долго себя ждать. Отправимся дальше. Но почему-то босса я так и не увидел. Хотя мы далеко продвинулись с вами. Надеюсь, сейчас нам повезет больше. Так, этот ковбой бомбит и сразу половину сердечка отнимает. Вы представляете, а? Один выстрел, пол сердечка. У меня их не так уж и много. Так, ствол. Ствол он мне нужен, как бы его поймать. Отлично, я поймал. Вот сейчас бы босса бы мне, а? Под этот обстрел. Было бы вообще великолепно. Опа! Отличный прыжок. Хотелось бы, конечно, сделать все прыжки на 5 звезд. Наверное, тогда получится у нас офигенный какой-то бонус. Но индейцев стоит. Опа, мы его поджарили, нормуль. Так, еще какой-то бонус. Вот, вот этот вот нужен нам. Да как же так. Хищник небес, мы его приобрели. Полетели. Надеюсь, мы сейчас быстренько с вами доберемся до босса. Да что ж такое-то, во, лети. Козырно. Да что ж такой уровень-то длинный-то, я не могу понять. Может быть, мы его уже пролетели? Все, закончился у меня дракончик. Хищник небес. И мы вернулись на свой прежний транспорт. Здоровья у нас очень мало. Тихо, блин, ребята. Я думал, что смогу как-то проскочить. Надо было раньше, конечно, заныривать в землю. И тогда было бы все хорошо. Слушайте, ну так дело не катит, а? Совсем не катит это дело. Где босс, я вас спрашиваю? Неужели я до него никак не могу добраться? Так, отличный прыжок, первая звезда у нас есть. Табак какой-то тут у нас продается. Все, причем здания порушенные какие-то, да? На Диком Западе. Ковбой, куда ты чешешь от меня? Смотри, отстреливается там еще. Так, колья, перепрыгиваем. Фу, хорошо получилось. Так, заныриваем. Здесь... Оу! Ну ладно, хотя бы из-под низу. Вроде бы, если мы из-под низу разбиваем вот эти вот колья, у нас урон не засчитывается. Что ж такое-то, а? Косим да косим все время. Кислота. Оу, дальше, дальше, дальше. Блин, ну... Только не надо... Да, вот это, ребята, блин, подстава была. Причем так много ям этих было. Мне это не нравится. Совсем не нравится. Я когда-нибудь доберусь до босса или нет, а? Или я так и буду здесь, на этом месте застряну? На уровне 9-м? Нет, ребят, поверьте мне. Сколько бы у меня на это времени не ушло, мы дойдем до него и посмотрим. Хотя бы посмотрим. Я уже не говорю, сможем ли мы его разобрать. Так. Промазал деревенщина. Тут у нас колья. Мы их, естественно, вот так вот обходим. Валун полетел. Причем валун, да, ребята, взрывается, как будто это какой-то динамит или тротил.
Ну, ковбой, ну... Да, я его поймал. Я хочу поймать его, ребят. Вот, я его все-таки сожрал. Из принципа. Что у нас тут? Коля, Коля, ай. Так, дайте мне этого хищника небес. Во. Ну, а теперь повеселимся. Ему, по-моему, ребята, на все пофиг абсолютно. Ему никакого урона не наносит никто, ничто. Но зато мы слишком лихо и быстро добираемся до нужной нам точки. Жалко, конечно, что он очень быстро заканчивается. Ай, как не вовремя. Я бы еще, конечно, бы минутки бы две на нем полетал бы с удовольствием. Так, пузырь. Пузырь у нас тут появился, вы знаете, что это такое. Сейчас они все вот такие вот в мыльных пузырях оказываются и никакого нам вреда не наносят. Пушку я вижу. Ну-ка, отлично, мы поймали ее. Ковбой пошел отсюда. Здесь не будем ничего делать, ребят. Видите, как плавненько мы перескакиваем. Вообще без какого-либо ущерба для себя. Дедушка ковбой погиб. Еще один с дробовиком. Готов. Индейцы пошли. Да где же босс-то? Ну, в самом-то деле. Ай! Зачем вот это вот надо было делать? Просто я, ребят, когда делаю прыжок, я же не знаю, что впереди. Яма, колья или еще что-нибудь. Хотя довольно приличный обзор карты, но все равно не успеваешь среагировать. Наверху, конечно, был бонус, мне его не достать. Так, по мостику аккуратненько, без приключений. Все, большую монетку с вами сожрали. Ковбой. Так, вижу, вижу пистолет, где он там? Блин, пол хп, ну это вообще, конечно, очень мало. Сейчас, наверное, нет. Не получилось у этого ковбоя меня подбить. Но если любой сейчас чувачок в меня стрельнет, все, мне хана, ребят. Оу, здоровье-то вообще никуда не годится. Слушайте, ну согласитесь, мы уже далеко с вами пробрались, и почему-то я до сих пор не вижу босса. Это очень уже подозрительно как-то. Да ёпарасоте, этот индейец все-таки прибил меня, а? Блин, сколько мы с вами заработали денег, а? Давайте посмотрим. 637. Отлично, мы, кстати, с вами сможем что-то улучшить. Ну что же, я уже не знаю, как еще более-менее аккуратнее пройти, чтобы встретиться. Встретиться с главным нашим врагом здесь. Враг вот этого вот 9 уровня. Ковбой, да выеживался. Тихо, здесь аккуратнее. Смотрите, сколько кольев здесь стоит. Ай, все равно попал все-таки, а. Как бы я аккуратно не играл, все равно, ребята, не получается с максимальным количеством хп дойти до босса. Да и вообще неизвестно, где он и когда он появится. И будет ли он вообще здесь. Может быть, у нас нужно проехать определенное расстояние. Босса здесь и не будет вовсе, а. Так, давайте-ка мы аккуратненько. Эпично получится. Эй! Я думал, что проскачем, но нифига. Ух, вот здесь вот у нас вообще великолепно получилось. Бонус. Бонус у нас пушка. И начинаем обстрел. Все равно тот говнюк по мне попал, а. У меня последнее сердечко. Бонуса, кстати, я с пополнением здоровья давно здесь не видел. Чтобы оно мне хотя бы 2-3 сердечка могло восстановить. В основном все одно оружие нам попадается. Эй! Прям в кислоту. Прям вот надо было вот именно в кислоту занырнуть. Ладно, не будем мы смотреть рекламу. Если мы смотрим рекламу, ребята, мы начинаем с вами с этого места. Так, ну что, давайте тогда зеленая пчела. Хм. Магнит. Я даже не знаю. Ну, давайте, наверное, зеленую пчелу улучшим. Я думаю, что это будет лучший вариант. Ёкаламаны, ракетная установка. На 15 уровне откроется. А у меня уже 9, да? Хорошо, нам всего лишь осталось 6 уровней пройти. Дикий Запад, как ты меня уже достал, а? Запад, какие здесь хитрые вот эти вот индейцы. Я даже боюсь представить, что будет дальше. Я думаю, что какое-нибудь будущее будут роботы. Представляете, робот-зомби, который бежит с бластером и стреляет. Хотелось бы мне на это глянуть. Ладно. Так, я смотрю, там пузырь у нас впереди. Но он мне, в принципе, не нужен, ребят. Не нужен. Хотя, если поймаем, будет тоже хорошо. Эть, попробуем. Поймал. Блин, и на коле из-за этого встрял, а? Все из-за вас, зомби. Никчемные. Так, перепрыгиваем. Колесо там скачет. Куда скачет? Где босс? Покажите мне, пожалуйста, босса. Я уже слишком много здесь расстояния прошел. Для того, чтобы его... увидеть.
Так, индеец готов. О, ребята, а вот и босс. Битва с боссом. Ну, как мы видим, здесь у нас опять упряжка, ребята. И, ох ты, ничего себе. Короче, ребята, он бросает в нас циркулярную пилу. Точнее, даже не пилу, а диск циркулярный, который катится чисто по земле. И все, вроде бы он ничего больше не делает, не стреляет. Ладно, будем разбирать, короче. Давайте его вот так вот таранить из-под земли. Пока другого варианта нету, бонуса нету никакого. Расстреливать я его не могу. В общем, пила эта летит вперед, потом возвращается. Оу, прям по мне. Ага, что такое, что за лаги, ё-моё. Мне этого не нужно. Лагать тут еще игра собирается. Спереди вот этот вот ковбой, который руководит якобы этой упряжкой, вот он как раз и стреляет. А этот чисто выпускает пилу. Так, хорошо, блин, да что ж ты будешь делать, а? Дайте мне оружие вот это вот. Но не получилось взять. Эть, не навалим и диск. Так, проскакиваем эти лужи кислотные. Давайте-ка вот здесь все аккуратненько сделаем. Очень мало у нас с вами здоровья. Пол сердечка. И пушка. Да. И пушка, хотел сказать, подходящая для того, чтобы расстреливать. Блин, ё-моё, я представляю, сколько мне придется сейчас до него опять добираться, до этого босса. Хотя, подождите, здесь же вроде бы не так. Если мы до него дошли, то он практически сразу же будет. Ну, должен быть. Ладно, сейчас мы в этом сами лично убедимся. Я могу и ошибаться, конечно же. Так, все делаем как можно аккуратнее. Бонус. Магнит. Ну, в принципе, неплохой бонус. Давайте возьмем. Все. Вот, вот о чем я вам говорил, ребята. До босса здесь как раз быстро мы с вами добираемся. Так, черт подери. Да ну эти кули. Просто зажало меня, а. Двоих выкинуло туда. Так, две лошадки. И, как говорится, причем этот, повозка такая, да, знаете. Открывается вверх. Из нее бросают пилу, и она закрывается. Пушка. Ух. Все, вот теперь я ему задам трепку. Задам, я ему куда-то ускакал, гаденыш, а. Иди сюда, я тебе сказал. Только не в кислоту. Блин, офигеть, как тут все это. Надо реагировать и заныривать. Блин, колья, я их что-то, ребята, не увидел. Они, как говорится, смешались с общим планом игры. Ай, попал. Пушка у меня закончилась. Половину здоровья осталось у этой фуры. Сейчас, сейчас, сейчас. Нам нужно или бонус какой-нибудь, ребята. Черт, он все равно по мне попадает, а? Своей пилой этой циркулярной. Блин, почему я называю ее пилой, когда это диск, обычный диск циркулярный? Правильно, в таком ажиотаже нафиг все попутаешь, ребят. Что-то как-то они слишком быстро возрождаются, я заметил, эти зомбари. Только недавно они были в пузырях, в мыльных, и опять они уже на месте. Все равно не убежит никуда от меня. У меня здоровье, по крайней мере, сейчас более-менее нормуль. Здоровье у этой тележки, ну, меньше, чем половина. Главное, чтобы вот эти вот... Ух ты, опасно было, опасно. Проскакиваем, ребят, не двигаемся. Отлично, заныриваем. Ха, он даже не достал. Не достал он своей вот этой вот... Своей пилой, хотел опять сказать. Своим диском. Ну, что ты там тупишь? Отлично, хорошо пробил. Настигаем, настигаем, ребят. Никуда он от нас не денется. Он не должен никуда от нас убежать, говнюк этот. Есть, таранул я его все-таки чуть-чуть. Тут хорошо получилось. Диск по нам не попал. Ну-ну-ну-ну, вот сейчас бы хороший таранчик бы ему, и все. Вот-вот-вот-вот, о чем я вам говорю. Так, у нас здесь хищник небес. Их не поймать его, ребят, никак не... Как бы я ни тормозил. Оу, тихо-тихо-тихо. Два сердечка всего осталось. Ха-ха, классно я сейчас от диска увернулся. Вот-вот, пушка, вижу пушку, ребята. Ну, поймал я ее все-таки. Ускорение, какое, блин, ускорение скорости. Черт, я же только пушку подобрал. Ребят, мне нужно воспользоваться ей. Давай, есть. Да. Разлетелся к ядрене Феди. И лошади взорвались. Ух. Ну что же, я могу вас всех поздравить. Мы с вами зарабатываем третью капсулу из шести. Вообще шикарно. Да, этот уровень, конечно, потрепал немножко мне нервы.
Ну что же, и будем, пожалуй, завязывать с вами на этом месте. Всем большое спасибо за просмотр, ребята. Увидимся с вами в следующей серии и продолжим играть в эту игру. А на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.